Друзья, всем привет! С вами Кимифадин, и сегодня мы с вами поиграем в World of Tanks и в новый режим «Темный фронт», друзья. Почему я решил записать это видео? Потому что поиграл, сразу уже получил первый уровень и понял, что World of Tanks расписала все очень подробно, что нужно делать в этом режиме, как нужно играть, но, похоже, многие его просто не читают. Смысл этого режима. Тут выдается танк МТ-25. Здесь он называется немножко по-другому, но это не суть. Такой волшебный танк с патронами, быстрый, который также маневренный. Но здесь смысл-то не стрелять, ребят. Вот играешь со взводными, 5 человек всего лишь. Смысл натаскать вот эту энергию, которая на поле находится, вот на эту базу, где я сейчас проезжаю. Чем больше вы натаскаете, тем больше вы получите очков опыта за эту энергию. Ну и прочих плюшек и халявы. Смысл в этом. Но многие умудряются не притащить нисколько вот этой вот энергии за бой, за один, который длится около 7 минут. А просто-напросто играют с ботами. Да-да, вот сейчас вы увидите, появляются боты, и с этими ботами начинаются биться. Но смысла нет. А от ботов толку никакого. Убивая, правда, их, ты получаешь дополнительную энергию, которую можно взять и отнести на базу. Но ее и так здесь на полях предостаточно. Вот смотрите, внизу, где мой ник, уже вот 4 энергии я собрал. И вот они, квадратики, это боты, ребят. Вот я сейчас с некоторых стреляю, но пытаюсь уехать, смотрите. Просто-напросто, если они меня убьют, я потеряю эту энергию. Поэтому я пытаюсь мансовать как-то, уворачиваться. Если он вас убил, то вся ваша энергия теряется, которую вы не довезли до базы. А это, как говорится, значит, вы потратили время зря. Это основной смысл этого режима. Именно донести энергию до своей базы. Вот сейчас у нас доставлено на базу вверху написано 0. Хотя прошло уже 2 минуты игры. Вот первые 5 энергии на базу доставил мой МТ-25. Едем дальше, ребят. Собираем. То есть еще раз подводим итоги. Выше сказанное. Главное – это энергия. Собирайте ее, ребят, кто как считает, там 5-10, кто-то, может быть, сразу ее будет по 30 собирать. Но имейте в виду, что вот так, как здесь, попадешься среди трех ботов, они очень скорострельные, они тебя могут убить, и ты потеряешь всю свою энергию. А до этого ты катался 10 минут, и, грубо говоря, 40 штук не собирал, и все впустую. Лучше помаленьку, понемножку, по 5, по 10, но собирать ее и таскать на базу. Еще раз, чтобы было понятно, собираемая энергия, потом твоя ли, твоих совзводных, так сказать, она все равно будет распределяться поровну. То есть ты можешь натаскать 100, твой товарищ нисколько, но каждому дадут потом по 100 очков, ребят. Ну, ставьте лайк, будет мне очень приятно, если вы оцените это видео. Вот, для этого я и записываю. Для тех, кому непонятно, не подводите свою команду. Не надо тут в игрушки с ботами играть, зачем-то с ними перестреливаться. Да, вот так можно в автоприцел взять и просто-напросто уходя, мансуя.
100 этих баллов, а мне ничего не прибавляется. Думаю, как так, что не так, глюк или нет? Нет, потом смотрю, справа у меня в ангаре написано. Второй уровень вам откроется 19 числа в 8.56. То есть, ребята, вот давай до утра ты катайся с 11% показателями к плюсу, потом выходи, зарабатывай еще второй уровень, там может быть будет 13-15%, и опять на сутки будет заморозка. То есть все равно их, как говорится, не на Е, они хитрейшие ребята. То есть 50% вы получите только в последний день, грубо говоря, да? На 13-й день выполнения всей этой шляпы. Ну, серьезно, тогда у вас только будет 50%, и вы сможете их реализовать в последние сутки, как говорится, в последний день до окончания всего этого, что они тут задумали. Но варгей же, они у нас очень добрые люди, и тут же есть момент сразу за 5000 золота вам купить сразу 13 уровень, друзья мои. Можете вообще вот этой фигней не заниматься, не собирать тут ничего никак. Просто забашляйте, просто задонать, как говорил серп. И насриты на этот режим. Никому не нужны ни им, ни нам. Просто задонать, и все, 5000 золота, и сразу 13 уровень тебе откроется. И ты будешь 2 недели катать с 50% прибавкой опыта, 50% прибавкой серебра и 50% прибавкой свободного опыта. Так что можете сделать так, и нафиг вам этот режим. Ну, варгей, как всегда, в своем стиле. Вот смотрите, ребят, бой закончен. Всего доставлено 172 энергии. Это общим количеством. Сейчас оно будет поделено на всех нас. Сейчас вы посмотрите. Видите, вот все игроки получили по 172 энергии. Довольно-таки интересно, что не делили на четверых хотя бы так. Удобно так. Сейчас продолжим. Да, вот мы получили. Что мы за это? Вот видите, опа, прибавилось. Но, ребят, у меня уже 400. Вот этот первый уровень выполнен, где нужно было набрать. И ждем второго, он откроется завтра. Вот тебе дали опыт, свободный опыт. Опыт, бонус по акции 26,3 вот серединки. Так, ну, в принципе, понятно, что здесь нужно делать. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много еще интересных и прикольных видео. А мы продолжим, еще раз попробуем, доставим материи. Вот опять все снова, я думаю, может что-то изменится. Нет, ребят. В общем, вот такой вот режим. Думайте сами, решайте сами, как говорится, играть или не играть, но попробовать стоит. А с вами был Кимиев1. Всем пока-пока, друзья. И до скорых встреч.